вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И сегодня я вам расскажу и покажу, как сделать исчезновение. Лучше посмотрите мой пример. Для этого видео нам понадобится приложение Лайк или ТикТок, где мы снимем наши видео, и программа KineMaster, где мы это все и смонтируем. Она есть как и на Android, так и на iPhone. А также нам понадобится полотенце. Ну что, поехали! А перед тем, как мы начнем, поставь лайк этому видео, подпишитесь на меня в лайке и на меня в ТикТоке. А теперь погнали! Для начала зайдем в лайк, нажмем «Снимать видео» и выберем музыку. Я выберу вот эту. Нажимаем «Применить» и снимаем пустое место. Вот мы сняли, теперь сохраняем наше видео как частное. Нажимаем «Продолжить», «Кто может видеть», «Личное» и нажимаем «Пост». Главное, после того, как мы сняли, не дергать телефон. Теперь мы зайдем на эту же музыку и снимем видео там, где мы стоим. Опускаем полотенце до ног, поднимаем, смотрим, что у нас нет ног. И подбрасываем так, чтобы полотенце нас не касалось. Давайте это снимем. Буду снимать на 2x. Наше видео снялось. Теперь мы нажимаем «Продолжить», «Кто может видеть», «Личное» и нажимаем «Пост». Теперь заходим в KineMaster, нажимаем на плюсик, выбираем размер 16:9, мультимедиа, все, и добавляем наше видео там, где мы поднимаем наше полотенце. Теперь ищем тот момент там, где мы полностью закрыли ноги. Ну вот, где-то здесь. Разрежем для удобства. Теперь нажимаем слой, мультимедиа, фото, фон. И выбираем, давайте выберем красный цвет и подставляем под ноги, вот так. Теперь мы увеличим наш фон на все видео, вот так. А теперь мы выделяем наш фон и нажимаем на ключик. И теперь немного пролистываем, нажимаем на плюсик и каждый раз подстраиваем так, чтобы наших ног не было видно. Если у нас полотенце было полукруглым и видно немного перехода, то мы возвращаемся там, где был наш первый слой. Снова нажимаем слой, мультимедиа, фото, фон и добавляем такой же цвет. И теперь подстраиваем только с другой стороны, там, где видно наши ноги. Снова увеличим наш фон до нужного вам размера. И теперь также ключиком подстраиваем, чтобы меня не было видно. То есть делаем так, что когда я поднимаю полотенце,
Моих ног не видно, а когда я бросаю полотенце, я полностью буду красной. А когда мы уберем хромакей, я исчезну, буду прозрачной. И это будет очень прикольно. А если у вас немного видно переход, то можно подстроить цветокоррекцию или уже в лайке добавить пульсацию или много прикольных эффектов. Я подстроила, теперь давайте посмотрим. Все мне нравится, поэтому нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу «Экспорт». Пропустить. И подождем, пока наше видео экспортируется. Все, наше видео сохранилось, поэтому мы нажимаем на стрелочку. Еще раз на стрелочку. А теперь нажимаем на плюсик. Выбираем размер 16:9. Мультимедиа. И добавляем наш пустой фон. Нажимаем на галочку. Теперь нажимаем слой. Мультимедиа. Все. И добавляем это видео, которое мы только что сохранили. А теперь выделяем наш слой и просто убираем хромакей. Нажимаем включить. Выбираем цвет. Я выберу красный. И подстраиваем так, чтобы было меня видно, полотенце. И только убрался наш вот этот вот красный фон. Я подстроила, давайте посмотрим, что же у нас получилось. Мне нравится, поэтому я хочу сохранить, нажимая на стрелочку в верхнем правом углу «Экспорт», «Пропустить». И подождем, пока наше видео экспортируется. Вот и все, наше видео сохранилось! И смотрим видео первого лайкера. Вау, у тебя очень круто получилось! Продолжай в том же духе, от меня лайкосик! Продолжай в том же духе. От меня огромный лайк. На этом все. Я думаю, видео вам очень понравилось, и оно было вам очень полезным. И вы снимите подобное видео. А когда снимете, пишите хэштег «Снежана Снежок» и хэштег «Хочу видео Снежаны». Я вас найду и лайкну. Всех люблю. Пока-пока.